Так, ну что, всем привет, с вами Влад Широков. Это создание моего худи, ой, точнее свитшота. Это создание свитшота. Ох. В целях рекламы. Hello, my name is FN Широков. Welcome everybody. Thank you very much, like Party Hard. Собственно, сейчас вы будете наблюдать создание, так сказать, и творческий процесс создания искусства на обычной повседневной одежде. Кастомизация уже достаточно ушедшей по цвету и своему величию вот этому свитшоту. Как бы идет кастомизация. FN Широков. Погнали. Берем, собственно, маркер и делаем. И делаем искусство из обычной, ничем не примечательной вещи за символическую просто, символическую стоимость. Мы делаем из нее произведение величайшего человека в мире Владислава Широкова. Он же FN Широков. Блогер, стример, видеограф и творческая, креативная и достаточно порой умная личность. FN Широков. Вот так зарождается, собственно, вещь. Зарождается искусство в обычный, абсолютно ничем не примечательный день, вторник, где-то на отшибе Москвы. Год сейчас 2024. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри. Не, ну это достойно. И знаете, если ты сделал что-то не так, можно всегда сказать: я художник, я так вижу. Особенно в концептуальной одежде, которая вот просто великолепно. Как бы ни сделал, всегда получится круто. Всегда получится круто и великолепно. Но если даже ты там плохо что-то сделаешь, можно доделать. Можно доделать, зарисовать, добавить и прочее. Вот так. На самом деле незаметно-незаметно, но у меня уже получилось очень много шмоток. Именно моих фирменных. И в принципе я уже дошел до того, что обычные шмотки я не ношу. Я ношу чисто вот... Не, конечно, если мне зашлют за бабки, я поношу. А для чего это? Не то, что я там крохобор, да, и мне это важно. Просто деньги мне дадут возможность купить больше стикеров, там, купить какие-то там лучшие технику какую-то. Хотя, ну, даже не технику, ну, как-то, короче, вложиться в движение, собственно, своего же творчества. Поэтому я от этого не отказываюсь. Других предложений не было. Поэтому ношу свое. Ношу свое. Пиарить чужое не хочу. Пиарить чужое не хочу. Даже не потому, что я там... Мне нравятся многие бренды там. Просто потому, что я все время на стриме, как-то хочется, ну, подчеркнуть, что вот, чуваки, это я стример, да, вот я сейчас стримлю, заходите там ко мне. Ну, это прикольно, и людям прикольно, как-то ассоциация, когда у тебя еще, вот что получилось, ассоциация, собственно, когда вот у чувака свой бренд шмоток, она серьезнее, ну, то есть, к тебе относится намного серьезнее, если ты дядя со своим мерчем, в принципе. А мне мерч как таковой не нужен. Мне нужно вот просто, чтобы я был в своей одежде. В целях там продажи какой-то и прочее, мне вообще параллельно. Абсолютно параллельно. А вот как... Процесс творческий. Да это ж просто песня. Просто песня, понимаете? Погнали. Буквально чуть-чуть, и уже вот. Вот вторая футболочка. То есть я сейчас все скастомизирую. Делаем красивых фаншировков.
Кто хочет какую-то вещь, допустим, либо отправить на кастомку, то есть я кастомизирую шмотки, либо получить от меня одежду, что вам нужно сделать? Вам нужно, собственно, подписаться на Boosty. Это единственный способ, так сказать, со мной законнектиться. Как идет отправка? Отправка идет через Авито. То есть вы оформляете подписку, это там два клика. Раз, там открывается чат, сообщение. Я вам кидаю ссылку Авито, типа, вот моя шмотка. Вы ее заказываете, я ее отправляю, доставка с вас. Так, также. Если это кастомизация, вы подписываетесь. Вы, получается, подписываетесь. И отправляете уже. Я захожу в чат, отправляете мне шмотку. Собственно, можем тоже так через Авито. Вы выложите Авито, а я куплю просто с доставкой. Как бы за ваш счет, да, вы там добавите. Куплю с доставкой. Это все ко мне придет. И я также выставлю это на Авито и отправлю вам ссылочку. Вы купите. Почему через Авито? Я думаю, что так намного проще сделать. В плане того, что не надо находить там DNS, вот это все как-то напрямую мудрить. Авито как бы гарант, Авито смотрит. Типа можно и Боксбери, и не Боксбери отправить. Разные варианты. Как по мне, это самое топовое. Единственное, надеюсь, что объявления не будут банить Авито. Потому что цену-то я буду ставить вообще минимально, 50 рублей. Так, две. Футболка, свитшот появился. Отлично. Кастомизация произошла. Погнали дальше. Конечно, можно было взять еще краски. Я что-то на работе забыл краски. Но не суть. Ну, точнее, не забыл. Просто я думал, сейчас буду снимать. Но сегодня такая погодка, как бы нелетная особо. И вот решил заняться хотя бы. Плюс еще уборка, вот эта вся история, бытовая движуха. Хотя решил заняться вот хотя бы этим. Ну, сейчас через доделаю и пойду уже снимать. Поеду снимать. Как бы такая история. Незаметно-незаметно, на самом деле, появляется своя фан-база. Вот все там говорили по поводу там Fortnite и прочее, что переход в Доту. Сейчас я смотрю, в моей телеге появляется фан-база. Появляются люди, которые именно лайкают, там поддерживают мое творчество. Да, много отписок было, но отписки сейчас превратились в подписки спустя 3 месяца. К чему я веду? Надо стоять на своем. Если вы занимаетесь творчеством, что бы ни было, если вам нравится, прийти до конца. Это как бизнес, который, собственно, переживает и неудачи, и взлеты, и падения. Но если вы стоите на своей такой глупой, возможно, идее, это все преодолит. Преодолит все трудности. И вот сейчас я пожинаю плоды, так сказать, что не забил, что продолжил заниматься этим творчеством, что не стал на поводу толпы в плане того, что вот играть в эту игру, в одну, да, а начал играть в Доту. Да, вообще, хотя изначально это было просто разбавить контент, но потом что-то много хейт пошло, и я такой думаю, ну, слушайте, чуваки, если вы так хейтите, я буду играть только в Доту в основном, да. Ну, она мне еще плюс затянула, как бы в совокупе, но это тоже повлияло на то, что я по КД в Доте. Плюс это взрослая комьюнити. Короче, пошло-поехало, вот, пожалуйста. А про то, что почему ты называешь Фаншироков, а не играешь в Fortnite, чуваки, а я могу называть Вася Пупкин и быть Вася Пупкин. То есть это моя вообще... Мое видение, как хочу, так и называю. Это мой бренд. Это почему все указывают FN что-то там, если FN это я. FN Широков это я. Так, ну вот это можно, в принципе, зачеркивать.
и писать уже. Да, вот смогу ли я зачеркнуть? Тут уже история сложнее. Но зато есть поле для творчества. Вот эту кастомизацию сделать сложнее, потому что тут вот... Так, вот, вот уже пошло-поехало, слушайте, интереснее стало. Намного интереснее стало. Потом берем, значит, большой маркер. И поверх этой истории... Другое дело. Ну так. Как происходит? Топ, топ. Собственный дизайн, пожалуйста. Собственный дизайн готов. Раз, чуть-чуть какие-то детали подчеркну. Это уже полноценный вид C-Custom. То есть я перекрыл рисунок, как вот татуировщики перекрывают какой-то портак. Я перекрыл рисунок, который, в принципе, ну, заезженный, скучный и неносибельный. Кстати, эту кофту мне подогнали, и я такой, блин, чуваки, а что же с ней делать? И вот, решил создать кастом. И буду носить с огромнейшим удовольствием.
Как-то так. Да. Вот, это уже зародилось что-то клевое. Из обычной вещи появилось что-то топовое, что-то клевое, что-то концептуальное, выраженное. И абсолютно необычное, не повседневное. И еще хендмейд, что любят люди, это абсолютный хендмейд. Так что-то сделано своими руками.